Привет, собака. Люди голые. Не знаю, в моем понимании, когда вот так ходят по городу, на любом курорте вас в отель в таком виде не пустят. Мне кажется, приличные люди в таком виде не ходят по улице. Сегодня 33 градуса. Нормально себя чувствуешь только в тени. Еще и когда хоть чуть-чуть ветерочек. Оно и ветра-то нету нифига почему-то, когда жара. Так, ну что? В аптеку надо. Я обычно в эту аптеку не хожу. Но я думаю, мизин-то там есть. Пенсия. Пенсия. Я всегда смеюсь. Один день богатая женщина. Ровно один день. Ну, что, сейчас съезжу, за свет заплачу. 4 дня дома сидела, все подъела. Сигареты кончились. Ну и все, и вот по пенсии. Вот так, люди спрашивают, где поесть можно. Все забито. Но тут я хочу сказать, тут и поесть-то негде нормально, честно говоря, вокруг. На променаде там, понятно, там забито. А так-то вот эти вот какие-то... Вот это, вот там, это тут вообще... Ой, фу. А я иду на пляж. Просто мне нужно в РЭС заплатить за свет. А сейчас такое время, там обед. Ну, думаю, что делать-то? Пойду хоть на море схожу. Правда, в такую жару и не хочется идти совсем. Ой, тут, вот тут так хорошо, холодненьким тебя опрыскивают сверху. За чебуреками народ стоит. Ну, в общем, как всегда, на любом нашем курорте. Заборчик какой сделали. Я думала, что вот ту развалюху снесли. Вон, видите, за забором. Нет, там, видимо, чей-то участок, наверное. Сделали, вот отгородились забором. Столбики, фонарики.
Ой, девчонки, расстроенная я, конечно, у меня. Андрей в сознание не приходит. Ну вот что скажешь. Ждем, конечно, надеемся, но... Но очень грустно. Все. Ну, я вот не люблю эти ряды. Они для меня абсолютно неинтересные. А вот там еще, после променада, там продают украшения. Я туда... Люблю заходить. Так. Ой, ветерочком. Боже мой, как хорошо. Да я шла, смотрела, шляпу себе ищу. Но, сами понимаете, достойной шляпы меня нету. Мне не нравится. Все одинаковые. Народ тенечки прячется под деревьями. Везде музыка, снимать невозможно. Вот нашла потише. Ну что, морешко красивое, теплое. Я сейчас ехала с таксистом, он говорит, теплое даже, лишку теплое. Люди в тенечке. Вот когда-то я здесь шла, снимала и услышала крики «Люба, Люба!». Вот так мы познакомились с Леной Баттл. Ну и с девчонками с ее. Сейчас они приедут 24-го. Осталось чуть-чуть. За это время у них Алиса появилась. Малышка. Уже малышка большая стала. Вот. Видите, какой сделали веревочный вот этот парк. А я его еще и не видела. Ну, в общем, как везде, ничего такого сногсшибательного не видно. Вот, где пацаны тратили все свои деньги. Вот на это оружие. Теперь это оружие валяется у меня на участке. Под цветами. Ну, вот одинаковые шляпы у всех. Ой. В тенечке хорошо. А, он приличного размера-то так. Мальчонка чего-то не хочет, видимо, лезть никуда. Уговаривают. Привет, Ихтиандр. Привет, дорогой. Так, ну ладно, пойду. Ой, простите, солнышко. Так, пойду я
пройдусь по этому променаду и посмотрю, там палатки, там с украшениями, там что-нибудь посмотрю. Ну, шаурмания какая-то открылась. Ага. Вот транспорт хороший, мне бы такой транспорт. Сел и поехал на трех колесах. Виноград. Пытаться его перетянуть. Так, тату. Косички. Дом вверх дном. Один раз была, больше не хочу. Не знаю, у меня всю жизнь было все нормально с вестибулярным аппаратом. А там меня даже тошнить стало. Мозг не справляется с такой информацией. Какой купол сделали. Слушайте, не было раньше такого. Опять музыка. Вот в такую жару-то фонтан должен работать. А он почему-то не работает. На кой его строили тогда? Это авокадо. Да не так и забито тут. Чтоб прям не найти, где поесть. Стоят, работают. Кому сейчас? Машинки нужны прокатные. Вечером другое дело. Да и вообще все это работает только вечером. Иду. Иду в тенечке. Огородами. Прям фонтанчик притягивает к себе. Здесь вот в этих украшениях торгует одна дама. Каждый год она приезжает. И мы когда-то лет 5 назад, наверное, сдавали ей мои украшения на продажу. Ну, за лето продается, ну, 1-2. Думаю, чего так? А потом, когда забирали, а там остался ценник наклеенный. Я сдавала ей по 500 рублей в то время, а она продавала по 1500. Это тогда это просто, ну, немыслимая цена была. Конечно. Поэтому и не продается. Больше мы не стали ей сдавать. Вот сейчас похожу, посмотрю. Что тут новенькое, может, появилось. Купила слоников. Сделаю серьги со слониками. Народ живет в гостевых домах. Даже такси ждать приходится. Толик там, я ему позвонила, он занят. Я говорю, ну ладно. Я тебе из города позвоню. Так, пойду схожу в Яблоко. Там народу, небось, ой.
Жарко тебе в кепке-то. Пальто-то снял. Конечно, в такую жару. Да, в городе еще жарче, чем у меня в поместье. Купила слоников, сделаю серьги со слониками. Народ живет в гостевых домах. Даже такси ждать приходится. Толик там, я ему позвонила, он занят. Я говорю, ну ладно, я тебе из города позвоню. Так, пойду схожу в Яблоко. Там народу небось, ой. Жарко тебе в кепке-то. Пальто-то снял. Конечно, в такую жару. Да, в городе еще жарче, чем у меня в поместье. Хотела арбузик взять. Они такие огромные. Не, мне такой не надо. Так. Ну что? Молочка, таблетки. Мяско купила, кашу. И жду Толика. Жарища невозможная. Ну все, мне осталось еще съездить за свет, заплатить. И можно домой. А завтра опять придется ехать. Потому что завтра мне на почту нужно. И еще я не купила овощей. В Яблоко что-то мне не понравились. Овощи. Знаю. Ну, сейчас посмотрим, может, с Толиком еще крутанемся до рынка. И хочется арбузику очень, но там уж больно огромные арбузы. Куда мне такой, я его не съем. Да я его съем, но мне столько нельзя. Я арбузы обожаю. Надо все-таки исходить из возможностей. Мне бы маленький какой-нибудь. Ну, где человек-ракета? Фу. Вот пока ходила, гуляла, и пришла мне в голову мысль. Давно я не рисовала. Давно. Есть у меня досочка такая разделочная новая. Лежит в целлофане, ждет. Наверное, сегодня займусь. Машин со всех регионов. Но очень много питерских, московских. Это, конечно, большинство. В магазине очереди просто немыслимые. Он еще такой тесный, этот Яблоко. Вроде, да, кажется, вроде магазин. Ужасно тесный.
просто. Люди как бочки, селедка. Купила сметану коломенскую. Вот из-за этого горшочка. У меня есть одна баночка не такая, вот такая узенькая, как стаканчик небольшой. Вот. Первый раз вот я увидела в Черноморском такую сметану. Ну, во-первых, я люблю маленькие всякие мисочки. Ну и потом в ней же и разогреть можно, и приготовить что-то. Уже устала стоять, ждать его. Звоню. Через минуту буду у тебя. Я на большой машине. Ой, блин. Ой, не могу. Ну вот, честно говоря, такси быстрее приходит. Просто уже вроде привыкла к нему. Ну, с ним и поболтать можно. Да он мне и сумки таскает, и, в общем. Но ждать его — это что-то с чем-то. Во-первых, он, конечно, уже человек 70 лет, что ни говори. Он может забыть, куда ехать. Или может приехать не в то место, где я его жду. Ой, не могу. Ну вот, минута уже давно прошла. Я позвонил, а потом часы отдал, а колесо поставил, зацепил часы оторвали, потерялась эта вся херня. Поехал туда, где колесо это делал, на дороге. Нашел на дороге ту пиздюльку вот такую. Ну да, часов-то это. Но... Он говорит, я тебе не нашел такое. И вот этот часовщик, а другой одно вот как я сказал, гвоздика не нашел. Я бы сам бы сделал, но я просто его не нашел. И я отдал ему, сделал мне эти часы, это тоже так. Вот эта погода, она из колеи выбивает. На участке много чего надо делать, а в такую жару вообще. Что-то там. Что-то поковыряешься, опять вся мокрая. Опять идешь под воду. Там что-то должно идти, дойдет ли оно до нас или нет. Остатки. Это Европу заливает там. Ну да. К нам идет оно. Ну, к нам вроде осадки, как бы сказать. Я говорю, такой странный год. Обычно в эти в года, господи, как их, високосный такое творится. А тут... Алло. А говорите, что вы хотите? Я понял, городок, это... Хорошо. Сейчас я подъеду к вам. Понял. Ну да, я через минуты три я подойду. Через пять. А, на какой ты ездила? Ну, на серебристом Опеле. Теперь приеду. Я сюда так называю. То на той. Ну так. Это я вот сюда на рынок, я сюда подвезу. Я вот дяди Федора. Где-то минута туда, минута туда. Так. Так, это надо было. Можно вот тут повернуть, правда? Конечно. Так, ну ладно, приехали. Ой, да что ж такое?
Время 14:17. Работает до 3. Уже не работаем, а завтра выходной. Ну, это вот кошмар какой-то. А в банке заплатишь, они потом начинают названивать. У них долго деньги не приходят. Вот в таком помещении работают. Ужас. Ужас. Теперь Толика ждать. Он опять какую-то тетеньку повез. Как я не люблю вот эти все организации тут. Это что-то с чем-то. Сидят, блин, королева на кассе. А что я могу сделать? Да ничего, ты до 3 работаешь. Ладно бы очередь стояла, а то я одна подошла. Вы посмотрите, сколько машин едет в Черноморск. Эта дорога вот на Евпаторию. Слушайте, я еще не видела такого никогда. Что вот машины шли, шли и шли. И вон они там идут и идут и идут. Обалдеть. Ой, все сумки мои у Толика в машине остались. Не попить ничего. Когда он теперь приедет? Через минуту буду у тебя. А, поеду сейчас в банк да заплачу. Пошли они все в задницу. Да, будут названивать. Да наплевать, буду я вот это вот сюда мотаться через день. И сколько раз уже такое, приедешь закрыто, то она в отпуске, через месяц или полтора, опять она в отпуске. Да идите вы работать, научитесь. И оттуда машина, и так вот вроде как... Да. Видите, какая я хозяйственная. Шишки собираю, в корзиночку кладу, как Мишка в стишках детских. Не, ну я понял, что на твоей безделушке, я подумал. Да нет, нет, для другого. Все, еду домой, не могу, жарко. Заплатила в банке за свет. Все, пенсия моя закончилась. I'm tired.